Смартфон Zoppo ZP700. Это один из недавно вышедших смартфонов компании Zoppo. Имеет 4-ядерный процессор MTK6582 и 1 гигабайт оперативной памяти. Внешне телефон не отличается ничем от других подобных смартфонов, но на задней крышке имеет такую приятную рифленость. На передней панели расположена камера и разговорный динамик. На левой стороне расположена качелька громкости и кнопка включения. На правой стороне нету ничего. Снизу микро-USB и микрофон. Сверху только разъем для наушников. Сзади телефон имеет камеру на 8 мегапикселей и вспышку. Камера, кстати, с автофокусом. На передней панели есть 3 сенсорных кнопки. Меню, домой и на один пункт меню назад. Диагональ экрана у этого смартфона 4,7 дюймов. Это, я считаю, сейчас стандартный размер экранов. Такой же, как у Galaxy S3. Такой же, как у HTC One X. Перейдем к экрану. Разрешение экрана 960 на 540 точек. Он построен по технологии IPS, ну, по крайней мере, это так сказано на коробке. Насчет IPS я как-то сам не уверен, потому что под углами цвета не выгорают, не меняют свой цвет, но теряют свою насыщенность. Сейчас стоит неполная яркость. Сейчас я покажу, как выглядит экран на полной яркости. Вот так он выглядит на полной яркости. Довольно-таки яркий экран. Приятные цвета и разрешение 960 на 540 совсем не мешает читать мелкий текст. Сам по себе телефон, в принципе, шустрый. Никаких нареканий на работоспособность нету. У меня ничего не глючило, никогда ничего не зависало. Было открыто практически 10 приложений. На этом телефоне стоит Android последней версии 4.2.2. Вот. Он также может работать с двумя сим-картами. Одна в сети 2G, вторая в сети 3G. Задняя камера снимает очень даже хорошо мелкие детали, макро с автофокусом очень приличные. В конце ролика я покажу фотопримеры мелкого текста. Сейчас я запущу тест AnTuTu Benchmark, и мы проверим результаты этого теста. Вот какие результаты показал AnTuTu Benchmark. Наш Zoppo находится на уровне прошлогодних флагманов между Google Nexus 4 и Samsung Galaxy S3. Камера, как я уже говорил, на 8 мегапикселей с автофокусом и вспышкой. Сейчас мы проверим вот на этой крышечке с фотоаппарата нашу камеру. Вот результат. Качество картинки для такого телефона очень даже неплохое. Эту фотографию потом я прикреплю в конце видео. Производительность в игрушках тоже не вызывает никаких нареканий. Что касается Subway Surf, Fruit Ninja и остальных нетребовательных к процессору игр, здесь разговоров нет. А сейчас я вам покажу, как на этом телефоне идет Asphalt 8. Возможно, игра немного и подтормаживает, но я этого не замечаю. Не буду говорить, притормаживает она или идет идеально. Решать вам, посмотрите на этот ролик и напишите в комментариях, глючит она все-таки или идет нормально. Потому что часто мнения могут расходиться по этому поводу.
В этом телефоне также есть GPS-навигатор, я уже его проверял. Он работает вообще идеально, особенно по сравнению с моим HTC Desire S. Также на этом телефоне компания Zoppo нам предлагает изменить тему оформления. Это может быть стандартная тема Android 4.2, как сейчас вы видите у меня на телефоне. Но можно ее изменить на одну из таких тем. Их немного, но они есть. Допустим, вот такая тема. Называется Sky. Применить. Вот так теперь выглядит наш рабочий стол. Здесь даже есть установленный компас. Вот так он выглядит с китайскими иероглифами и обычными цифрами. Сборка телефона, я считаю, на высоте. По крайней мере, этот экземпляр мне попался очень идеально собран. Нигде ни скриптов, ни люфтов. Все отлично собрано. Ну, в принципе, название Zoppo обязывает делать такие качественные продукты. Эта компания уже давно зарекомендовала себя на рынке как качественные телефоны, смартфоны. Единственный минус, на мой взгляд, это очень маленькая батарея, тем более на сегодняшний день 1750 мАч. Есть Bluetooth 4.0, конечно же есть Wi-Fi, есть GPS, как я уже сказал. Все датчики работают, датчик приближения здесь есть. Есть светодиодик, который извещает о SMS-сообщении, о других сообщениях, индикатор зарядки. Спасибо, что смотрели мой обзор. Подписывайтесь на канал, ждите новых обзоров. До новых встреч, до скорого.